Эзекиль Энна Уолтер спрашивает на Фейсбуке: «Теряли ли вы хоть раз всякую надежду? Бывало такое? Когда кто-то теряет надежду, что можно ему посоветовать?» Это очень сложно. Я никогда по-настоящему не отчаивался. И расскажу вам, что я делал, когда на меня в течение 3 месяцев сыпались проблемы. Начались забастовки, и я думал, что стану банкротом. На двери моего кабинета еще висела табличка с именем. И вот как я решил проблему. Я просто поехал в детскую больницу Шрайнерс. Я прошелся по коридорам и увидел детей-инвалидов. Так их называли в 50-х, 60-х и 70-х. Я прошелся по коридорам больницы и подумал: слава богу, я могу ходить. Я вернулся в свой офис, и проблем как не бывало. Так я делал годами. И в моем случае это работает. Может, и мне стоит попробовать? Обычно, когда ты загнан в угол и не знаешь, что тебе делать, тебе требуется совет. Хороший совет ничто не заменит. Не нужно чрезмерной жалости к себе, не принимай неудачу близко к сердцу. Не у тебя одного столько проблем, что их не разгрести. Все оправляются от удара. Миллионы людей оправляются. Поэтому просите совета. Вы не можете сделать все самостоятельно.